Уважаемый Юрий, хотя мы с вами не знакомы, но я хочу сказать от имени всех калининградцев, всех тех, кто причастен к современной истории, о том, что мы волнуемся за вас, что мы следим за всеми репортажами, какими-то публикациями в средствах массовой информации. И я очень рада была, что вас навестил в день вашего 55-летия сам посол, представитель России в Литовской Республике, и передал вам привет от Сергея Лаврова. И мы присоединяемся также к самым лучшим, самым добрым пожеланиям вам, и присоединяемся к тому, чтобы вызвать в вас чувство веры, светлой надежды, что несправедливость, она, в конце концов, будет побеждена светлыми силами. Вы знаете, мне вспоминается стихотворение Юрия Кузнецова, одного из выдающихся поэтов современности, который написал стихотворение Поли Куликова. Это о внутренней борьбе и предназначении человека. «Сажусь на коня вороного, проносится тысячи лет. Копыт не догонит подковы, луна не настигнет рассвет. Сокрыты святые обеты земным и небесным холмом. Но рваное знамя победы я вынес на теле своем. Я вынес пути и печали, чтоб поздние дети могли латать им великие дали и черные дыры земли. Нелегка судьба человека в России, который несет за себя ответственность. Ну и мы за вас тоже, я думаю, несем в равной степени ответственность за вашу силу духа и за вашу силу воли.